Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками из саморезов и пластиковых бутылок очень нужную самоделку, которая для многих людей сейчас очень необходимая вещь. Также эта самоделка сэкономит время и облегчит людям жизнь. Для начала со всех бутылок этикетки нужно снять. Верхние части бутылок отрезать. В нижней части каждой бутылки иголкой проколоть по отверстию. В проколонное отверстие вкрутить саморезы. Все бутылки заполнить водой. Саморезы надо немного выкрутить, таким образом, чтобы из бутылок пошли капли. Если вода с бутылки капает очень часто, то саморез немного нужно подкрутить, таким образом отрегулировать интервал капель. Все готово, теперь можно отправляться в теплицу. Каждую бутылку надо поставить рядом с корневой системой растущего растения, так, чтобы попадала капающая вода на корни. Для наглядного примера я сделал 4 самоделки. Вот таким легким способом, без всяких затрат, мы с вами сделали по-быстрому капельный полив, который выручит многих людей, когда они уезжают домой с дачи или находятся на работе. Длительность и продолжительность полива будет зависеть только от вас. Как вы саморезом настроите капли и также какого объема вы выберете тару. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!